Здравствуйте, уважаемые друзья! Как говорят художники, еще не высохла краска на картине. Я выложил в интернете вот такой стример для ловли окуня и мелкой нехищной рыбы. Большинство просьб было заключено в том, что очень хороший, удобный, но за счет того, что жало крючка расположено очень низко, много зацепов. Объяснения мои по перепискам не дали должного результата, поэтому я решил изготовить вот такой же стример, но не зацепляйку. Давайте я вам покажу. Для этого я точно так же подготовил крючок, но крючок взял на размер больше, так как мы будем вязать его жалом вверх. Значит, мы часть нашего полезного пространства заберем. Подготовил глазки, которые крепим также. Добавим немножко клея, окончательно закрепим наши глазки. Промотаем район крепления свинца. И также вводим нить в сторону колечка. Здесь мы берем с вами, крепим, так же как мы изготавливали наши блестящие элементы. Добавим еще немножко. И теперь промажем немножечко клеем и так же, как в прошлый раз, закрепим щепоточку белого меха. Померили длину, промазали клеем. Прихватили перед глазками. Перегибаем мех, закрепим за глазками. Отлично.
И теперь в завершение добавим наших блестящих элементов. Добавим еще немножко. И нашу нить оставляем в этом месте. И теперь, так же как в прошлый раз, мы берем, переламываем наш мех. Рассредотачиваем блестящие элементы равномерно по нашему крылу. Продеваем через жало нашего крючка. Вот так. И здесь окончательно уже крепим. Добавим немножко клея, сделаем завершающий узел. Как вы видите, несложно, достаточно легко, удобно и быстро. Мы изготовили вот такой стример. Не за цепляечку, которая у нас за счет того, что хвост расположен вверху, все время будет идти жалом вверх. В зависимости теперь от величины крючка подберете себе, какой стример вы хотите изготовить, так, чтобы у вас не было пустых поклевочек. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.